Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 387, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит и его помощница. Настя, привет, ребят. Сегодня, ребята, мы продолжаем прохождение Сталкер Зов Припяти. Не забывайте ставить любо, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы это же новое видео, и вступаем в ВКонтакте ПК 59 и наши 90. А также вы можете найти меня и в ВКонтакте, и в Инстаграме. Ссылочки все в шляпе. Да. Ну, а мы поехали дальше. Мы со сноги продолжаем. Ну и вот, ребят, мы оттопырились на болотах. Ну как у вас болтик? Да. Так, моя цель. О бороде рассказать. Ну, помню, в прошлой части мы получили радар, в смысле, датчик аномалий. Ага. Чупак-чупак. А что-то я выдохся так быстро. Что, у меня там перегруза-то нету? Почти. Вольные ходят. Одиночки. Гуляют. Как и мы. Мы тоже гуляем. Нам еще гулять и гулять. Еще броник весь поврежден уже. Она такая красивая выглядит. Так. Камушки под водой. Подводные камни. Мы знаем, что такое подводные камни. Круто. Но вода такая чистая. Была бы еще не разряжена. Да, можно было бы искупаться. А мы сейчас закупаемся. Плюх. Плюх, я сказал. Ну что, и все? Не, не, вообще не плюх. Не глубоко тут. Залезь туда, не залезь, залезь, не залезь. Блять, охота. Ну погнали, с охота. Болтики. Опа. Чуть не вписался в нее. Ну вписался. А, как меня пощипывает. Опа, а вот эту я не люблю. Плохая аномалия. Сунулся, ведь, а. Мы пожрем. Подвосполним много хп. Где-то артефакт рядом. Вот он. Мне бы артефакт бы хороший бы какой-нибудь найти. Вообще замечательный. Тянемся почаще. Потому что везде печаль, беда. Не везде. Тебе кажется, не везде. Я сейчас пытаюсь кое-что найти. Блядь. Что же я забыл? Ой, не. Туда я точно не хочу. И вот там бобо. И ох, как бобо будет. А-а-а, щиплет. Прям. Чем? Прям подгорает, блин. Вообще. О, вот мы нашли еще одного. Из друзей. О, чувак, я у тебя стыбчу. А тебе отдам. У меня покруче будет. Шутником наехал. Молодые мы типа слишком. Ни черта не сечем.
Шутник тоже хорош. Обиделся, схватил рюкзак и фить с концами. Пока я кардана успокаивал, свалил в неизвестном направлении. А мне что теперь, со старым идиотом бухать? И фотка это дерьмо. Тьфу ты. А так классно все начиналось. И вот это дерьмо. Вот мы нашли второго парня. Угу. Восстановление здоровья побольше будет теперь у нас. Ты видишь, заживление ран плюс 2, а это восстанавливать здоровье будет быстрее. Ну. Теперь осталось самое еще невкусное. Это выбраться отсюда. Артефактов тут вообще мало. Ну, да. Я что могу чуть-чуть его применить. Раньше залазишь, тут клондайк артефактов. А что-то нынче-то. Печальку? Ну, не все так хорошо. Все. Что-то для канала стал проходить, и артефактов-то тут нету. Нормально. Стрелка идет. Так. На выход, на выход. Да! Ура! Ну вот мы и вышли. Куда и надо, почти вышли-то. К барже подходим. Вот и фризы начались. Потому что... подгрузка этих всех и интеллектуального-то разума. Вкусно. Интеллектуального. Они тут интеллектуальные. А спрячу, спрячу. Так, с бородатым. Ну, здорово. Да-да-да. Так. Дай-ка я тебе еще вначале сбагрю. Так, вот этот артефакт у нас. Да, химзащита 3, у меня уже 6 есть. Псизащита тоже. Это хорошие, но что у меня их тут 2-то? Лишнее место занимаю. Вот, так вот. Продам. Ну, хоть 2 косаря заработаю. Мало, конечно. Маловато будет, маловато. Так, я сейчас еще скажу. Немножко, так сказать, в кавычках порадую. Нашего, как его, Наката зовут. Стоп! Вы... Кардана. По процедурному вопросу. По процедурному обязательно. Так, Скардан, у нас тут. Я нашел КПК, взгляни. А, что за КПК, зачем он мне? Баржи и шутника. Один нашел на неподалеку от Соснодуба, возле скелета. Другой на мертвом теле в пещерах под сгоревшим хутором. Оба мертвые. Не может быть. Как же? Баржа. Баржа же крепкий был. Прямо скала. И шутник. Эх, шутник. Не посмеяться нам с тобой больше. Спите спокойно, друзья сердечные. Как же так вышло? Да, печально. Да. Ремонт. Ремонтируем. Тут что мы можем? Установка кислородного баллона. Без кислородного. Ага. Химзащита плюс 10, радиация. Радиозащита. О, это хорошо. Нашим лучше. Таблет, да. Число защиты пластины. Отнение.
Это тоже хорошо, но это вот мы еще не можем, потому что у нас инструментов нет. Надо будет за инструментами сползать, что ли? Как думаешь? Чтобы пока задание кровососом там не брать, а сходить до инструментов подогнать. Ну пойдем подгоним инструментов. Либо думаю, это нам пригодится, инструменты-то. Ну да. Что вот, отремонтировать? Ну, давай отремонтировать. Кстати, а, тебе это не продать? Ладно, пойду там. Инструменты нам всегда нужны. Ну что? Так. Сейчас мы ему скинем вот это. Все поломанное он не берет. Ага, а я с чем хожу? Так. 93. Так, снаряжение такие. Послабее. Значит, надо его отремонтировать и забарыжить. Если ремонт, мне его градить не надо. А оружие это можно проградить. А, ни хрена. Без инструментов вообще ни хера. Так, с рамкой из полимера. Замена базовой рамки. Ага. Масса. О, уменьшение массы, это хорошо. Точность плюс 10 тоже хорошо. Все так хорошо. Емкость магазина плюс 4 тоже замечательно. Все замечательно, все хорошо, все отлично. Да. Ну, гадюку можно продать. Отремонтировать, да и допродать нафиг. Ну, по пяточ, то бишь. Что мы сейчас тебе с пулем? Так, задержи. И держи. А это что еще? Март. О, да вот такое. Анекдот. Ну вот еще два косаря почти выручу. Привяжи одного из щенов в зону, показать, а, что да как. Некоторые вещи его удивили. Некоторые его. Что так по дешевке берут? Бляха-муха. У него украли. Ходишь такой, блин, как нищеброд какой-то. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Да пошел ты. Видишь, какой, а? Какой вообще? Хотя я могу взять задание. И... А, блядь, это если я пойду... Нет, нет, нет. Я понял, если задание возьму, я не смогу тащить все... инструменты. Так, инструменты, по-моему, на лесопилке. Лесопилки, на лесопилке. Ага, и у этих. У наемников, у одних. Ну что, пойдем с инструментами тогда? Ну да, с наемниками. Блять, у меня жрачки-то есть, чтобы наемников купить. Жрачки-то нет. Ну, на лесопилке, может, у кого-нибудь что-нибудь отработаю. Так. Мне надо карту. А, карта. Че, наем нету карты? А, так вот. Ну, схрон. Так, с лесопилка, лесопилка. Вот лесопилка. Ага. Сюда и пойдем тогда. Это у нас. Сгоревший хутор, ага. Там нашли это. Угу. Котел. Так, сейчас пытаюсь понять, где эти утырки тусуются. ВНЗ круг. Это в топе были. Угу. Мы были в топе. Да, мы были в топе. А. Сюда я пока потом, может, полезу. Но наемники еще, по-моему... Вот здесь, по идее, вся толпа наемников. Мне сюда не надо. По-моему, блядь. На лес... Нет, не на лесничестве. Там, земснаряд, там Ной. Так, бля. А нет, ну и, по-моему, здесь. Старая база, да. Я пытаюсь понять, где нормальные наемники. Так, стучу. А там не нормальные? Ну, с которыми можно договориться, а с которыми никак, блин, это никак. Вот, с хаб-станции, по-моему, да, они вот здесь. Оригинально изъясняешься. Да. Ладно, пойдем вначале на лесопилку. Пойдем. Там все равно хаб-шпалаты.
собрать ключ. Так, сейчас я повернусь, чтобы понять, правильно ли я повернулся. Да. Чешем туда. Сейчас еще попробуем там на трубу забраться и посмотреть, что в схроне. А в схроне бывает еда? Да. Ну, нам может повезет. Возможно. Так, сука, здесь же не забраться, да. Так. Ох, а я еще вспомнил. Еще одно место, где еще кое-что прошарить можно. Но, блин, туда я сейчас не пойду, ладно. У меня тут пока, ребят, я же игру-то, говорю, один раз проходил, вот эту. И, как говорится, частично что помню, видите, я начинаю по ходу игры вспоминать. Сейчас надо попытаться. Давай, блядь, ну что ты не запрыгнул-то? Опа. Есть. Теперь идем к схрону. Схрон тут так неудобно сделан этот. Что упасть с него? Можно. Печально, так это опасное место. Тихонько, тихонько, тихонько. Есть. Чего там подобрали? Бинтов, аптечек, пузырей. Ну, тоже замечательно. Ну ладно, хоть пузыри есть. И, ну, нормально, хоть пузыри есть. Да, чтоб, если что, чтоб не страшно. Угу. Туда я сейчас не пойду. Хотя хрен знает, может сейчас там есть или нет. Туда потом по сюжету пойду. А еще я забыл, тут есть одно место с контролером. Пещера. Забыл, где она находится. С начала игры? Можно в нее заглянуть, да. Но будет, конечно, не очень приятно. Ты хочешь с ним встретиться? С контролером никогда приятная встреча не может быть. Ну вот, я не то, что... Как, ребята, вы помните? А, вы помните? Вы не видели. Мы тут с Настей снова проходили просто чистое небо. Фу, чистое небо, тень Чернобыля. Настя снова уже теперь знает. Там мало в Припяти. Там немножко... История не та. Тихо, зомбак. Самое главное все тихо делать, чтобы эти козлы меня не спалили. Ну да, это нежелательно. Поэтому взял попроще пушку. Хавка, это понадобится. Да-да. О, патронов-то хорошо, у меня для калаша. Ох ты же, бля, сколько их там ползает-то. По карте-то видно. Разрядить? Эй, это, а, это моё? Блядь, я думаю... Вот так вот. Чуть зомбаку не отдал свою пушку. Не думаю, что зомбаку вам нужна. Нужна. Он идет, идет, смотри. Тихо, тихо, тихо. Вот какой разброс у меня. Блять, прям сейчас в упор стреляешь оттуда. Воу-воу-воу-воу. Блин. Психопат.
психи с обрезами, блин. Даже не с обрезами, ничего, он тут терминатор ходячий, блин. Там еще одного видел. Ты ж только что тут ходил. Вон. Опа! Хедшот словил. Левша залетела ему так четко. Фу. Там он еще бродит. Водки брать не буду, водки пока не хватает. Берем только самое нужное и необходимое. Ну, тоже смотри-ка, с абаканами ходит. Что тут нету на полках интересного? Блин, ночь наступает, не люблю, когда наступает ночь. А мы можем посмотреть? Не здесь. Здесь нет никаких пушков. Обидно, постели есть, а спать нельзя. В некоторых местах можно. Вес нормально, потому что мне сейчас тяжесть тащить надо будет. Так, с меня где-то видит зомбак. Ага, вон. Упал, надо добить его. Срочно. Ну что ты затарен-то? Хорошо. Сколько оружия-то у него было? Поделится. Жмур хороший, жмур со мной поделится. Так, где-то еще зомбак лопит. Вон он там ходит. Так, мы пока стараемся на них не нарываться. Откуда? Всегда много-то. Чё ж зомбаки не ходят раздельно? Словил хэт. Я понял, как вы меня уже видите. Фонариком. Воу-воу-воу. Приперлись все. Блядь, поднавалило вас. Терминатор не доделаем. Сука. Вот и говорю, зайдешь сюда и, блядь, да трындец. Зомбаки на каждом углу, блядь. По-моему, жрачки я уже затарен для этих. О, у меня уже перевес. Блядь, это... О, накету понабрал. Радиация пошла. А, это машина фонит, понятно.
да? Так, неплохо, неплохо пока. Хорошо, у жмуров-то пошмонали. Так, теперь надо наверх где-то забраться. Сука. Как же в этот дом-то наверх залезть? А вот как. Схрон. Неплохой схрон, да? Да. Патрон для калаша бронебойные. Что там еще лежит? О, гранаты. Вообще хорошо залезли. Да тебе радиация сейчас не будет глажить. Где ты у меня пузырь? Опа! Есть захотел ты, могучий мой. А он батон наверное. О, еще патроны-то какие хорошие тоже. Ох ты ж, блядь, мне опять перевес. Столько всего понабрал. Вот все. Перевес кончился. Перегруз. Так, с этой стороны ничего нету. Значит, никаких. Что-то на стену сегодня у нас молчаливая. Да, подписчики? Настиноу? Ребят, хотите удивлю, Настиноу уснула? Нет, я уснула. Ага. А с кем я разговаривал сейчас? Со мной. Ну почему-то у тебя молчание, Ты меня раздражаешь. Так, здесь мы будем в топе. Папе мы не будем. Да, я зачистил зомбиар. Энергетика бухнем. Да, это будет полезно. Ну, чтобы меньше. Но не в реальности. Угу. Радиация небольшая, но да ладно. Не пугает. Все фонит. Или зайти сразу же сюда. Обследовать вертолет еще один. Но сейчас тут будет весело. Может, еще найдем. А, нет, это мы к этим придем сейчас, к кровососам. Не-не-не-не-не. Сюда пока мы по заданию не идем. А куда же мы дойдем? Мы идем. Так. Вот они здесь. Нет, это заправка. Где же, блядь, они же где-то тут должны быть наемники. То, вот они. ЦХ подстанции. Ну, пойдем туда. Можно подстанцию еще зайти сразу же. Вот так, если сократить. Сразу же одно задание еще выполним. Ой, тут ничего не появилось вообще. Не, ничего не появилось. Датчик говорит, нихера тут нету. А мы подвыдохли слегка. Да, что-то вот совсем плохо. Так, с 8 обычных гранат и 4. Ох, как хорошо. Пригодится, пригодится. Так, где ты залезешь тут? Нет, да? Не можешь. Сука, что ж ты такой, блядь, не скалолаз-то у меня? Ну, не всегда тебе будет персонаж 20, который во всех отношениях хорош. Так. Сейвимся. Сейчас, потому что будет весело.
Весь кофе у меня остыл нафиг. Ну чё, ничего не происходит. О, сейчас начнет. Все полетело. Все полетело сейчас меня. Бля, прям лицо. Ёбаный полтергейст. Да, не самый приятный. Так, с один уничтожил полтергейст. А их тут? Не знаю. Может два, может один, но они бывают, появляются. Это плохо. Угу. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе. Вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Так. Сейчас я сюда зайду. Зайди. У меня здесь вот такой схрончик. Перегруз чай-то нашел-то. Черный ястреб. Он покруче даже, чем мы пили. Да, хорошая вещь. Ну так. Мой десерт пигль. Только у меня перевес опять, блин. Надо думать, что же делать. Придется что-либо выложить. Где моя карта доступа? Что мне выложить-то? Все нужно вроде бы. Да, сложно. Ой, а что эти ПДА-то мне делают? Нахрен они мне. Фу, КПК. Да, под. Как они? Детекторы аномалии. Сейчас еще пузырь выпью. Да не пузырь. Сейчас он жрать захочет. Его накормим. Все. Все идеально. Все темно. Не люблю я ночь. Можно передать ее. Сейчас мы будем артефакт выуживать. Так, можно пройти? Ох, ты ж, блин. О! Плохой ар достали. Получилось быстро пробежать. Так, что мы там получили? Электрозащита плюс 8, бенгальский огонь. Ну, хорошо. Начало игры уже все артефакты хороши. Так, я сейчас ничего не путаться в местности. Ой, блядь, ничего не вижу. Хоть шар выпали. О, нам сюда. Значит, нам вот так вот дойти. Ни черта не видно. Ой. Теперь мы куда-то спускаемся. На стену спит опять. Нет. А ты чё всё молчишь-то? Мне вот интересно, я разговариваю сам с собой чаще всего. Ребята, вот ставьте дизлайки на это видео. Нет, ставьте да. Уж лайки. Да, потому что на стену... Ну... Слышь, Люба. Фу. Кто фанил? Ты спрячь. Спрячь ствол, говорю. Спрятал, спрятал. Тебя ругается. Шел бы ты отсюда, здесь наш лагерь, нечего рыскать по территории. Мои парни и так нервные с голодухи.
Я мог бы принести еды. Да ну, ладно, неси. Консервов, колбаски, хлебушка. Штук так 6. В итоге, наконец-то, пожуем. Держи еду. Не ожидал. Спасибо. Нормальный обед парням будет. Ты побродить здесь хотел. Так броди, разрешает. Только пушкой не размахивай. Ага. Добрый такой. Сразу же. Правильно говорят, что парень накорми, он добрее станет. Он всю тушенку скотина стыд взял. Он колбасы-то немножко взял и хлеба. Что весь тушман у меня стыдил. Он же первый сказал, что ему консервы хочется. Ну да, даже не так колбасы ему хотелось, как консервов. Давай с тобой поболтаем. А сталкер, что? Что-то важное? Если нет, пока. У меня нет дел полно. Какие у тебя дела, ты стоишь просто? Ну, с тобой воевать-то не интересно, да, тем более мне еще сейчас такому непрокаченному он, блядь, в экзоскелете. Да. Я, конечно, могу с ним повоевать, но была бы вероятность, что мне пришел бы кирдык. Причем уже больше шанс. Наемники, они не очень дружелюбные. Вот еще один инструмент. Все. Я собрал. Вот у нас есть инструмент. Да, ну еще третий есть, но не на этой локации. Инструменты для грубой работы. Инструменты для тонкой работы. Мы сейчас обходить все не будем. Мы сейчас тут пролезем. Здорово. Да, самое главное пушку не доставать. Тут я достал, как шмаляли меня сразу же. Да. Да. Не стоит ее доставать. На стену-то даже и не знает. Просто она не проходила. Так. Собаки, что ли, нет? Так, где там наша боржата? Скадовск наш. Нет, это Шевченко. Вот Скадовск. Ну, тогда я к Ною зайду сразу же. Еще один квест по пути выполню. Как мы говорили в прошлый раз, что прошли будем все задания. Ну? То есть более интересно, более подробно. Ну, потому что будет это все влиять на сюжет, на концовку игры. Все в конце будет, опять же, описано, что я творил, что сделал, что не сделал. Че сидим? Варяга. Вор, блин. Или пушку нах, или сам вали. Пушку нах. Бухает тут. Ну и какого мы сюда приперлись? Бугру типа виднее. Но, мля, лучше пацанов спросил. Не, ну реально, на свалке лохов трясти по любасу наваристей. Да уж. Гопота. Как всегда. Не говори. Кто бы мог продолжить работу? Да, ничего интересного. Ты чем бегаешь? Нихера, у тебя пушечка-то как? Он тоже у меня такая есть. Тебя бы завалить, что ли? Да, пока срача с ворами ни к чему, пока ни с кем срача не надо. Со всеми будем так, нейтралочки. Угу. Зачем нам лишнее? Пока враги. Ну да. Ну, врагов себе. Враги. Нет, врагов мы всегда себе найдем. Конкретнее враги нас найдут. Да. А пока. Я пока ни с кем не хочу срач. Потом прыгай. Потом надо будет и разведем. Поссоримся так слегка. Это не сложно делать. Блин, не туда пошел. Вот туда. Ночью сложно ходить, особенно когда прибора ночного видения нету. Да, еще и пока ничего. Ни хрена. Да. Так, вот мы приперлись к нему, сейчас он тут весело нас так встретит. Вон он стоит. Сейчас я засейвлюсь. Потому что... Понятно, да, ребят? Так что осторожнее, заходите. Здорово, Ной. Ты кто такой? Сталкер? Просто сталкер. Ты все-таки понял и пришел в ковчег.
Тебе что-нибудь известно об упавших вертолетах? Об одном, вот он на плато, наверное. Вокруг него снорки бегают. Я их там раз в два дня отстреливаю. Что ты смотришь? Логово за раз не перебьешь. Как попасть на плато? Плато. Тоже хочешь снорков поотстреливать? Уважаю. Ладно, могу провести. Ну, это мы... Блин, если мы сейчас возьмем... Я тогда не пойду туда. Блин, у меня опять будет перегруз. Нет, в другой раз. Почему ты живешь на этой посудине? Это ковчег. Запомни. Если хочешь жить, запомни, когда пойдет волна, оставайся рядом. Здесь у тебя есть шанс выжить. Сюда не пробьется ни один мутант. Откуда у тебя эта собака? Это Лесси, славная сука. Если бы не она, меня бы давно сожрали во сне. Проклятые мутанты, ненавижу. Только глаз сомкнешь, а они уже рядом. Тянут когти, клыки, щупальцы. Ты говорил о какой-то волне. Волна мутантов, которая раздавит и вынесет людей из зоны. А так, несчастных, которые выживут, сметет громадный лютый выброс. Он уничтожает все живое в зоне, кроме тех, кто будет к нему готов. Вон. Собака-то у него это. Лесси, блин. А кого он тут... Тут мутанты вон пробьют у тебя все, у тебя вот такие щели. Ну их ковчег. Ковчег он себе тут устроил, но их. Ну, понятно. Тебе и здесь пролезть можно. Смотри. Опа! Это ты можешь пролезть, ты уже в любую щель вылезешь. Где? Как звучит интересно. Вот идем, как говорится, ребят, на ощупь. Ладно, хоть не кровососы, никто не попадается на пути нам. Ну да. А то как-то это... Не камильфо будет. Точно. Так. Шевченко, куда я развернулся-то? Мне же наоборот вот туда и надо. Я тут пошел обходить все. Блять, выброс начинается. Надо что-то где-то метаться. Ну сейчас быстро до Шевченко. Фу, на Шевченко я мог бы сейчас, но я попытаюсь добраться до Скадовска. О, зато светлее стало. Ну правильно, выбросить. Становится почти как днем. Надо скрываться куда-нибудь. Да к вону пришли уже на Скадовск. Ох, как ярко становится. Там на Скадовске угорают. Скоро в вороны вы попадаете. Ой. Что-то я застрял. Ух, прямо. Прямо ох и ух. Пока мне не скажет, что выброс начнется с минуты на минуту. У
я мог бы и не ныкаться. У меня есть таблетка от выброса. Ой, все, надо лучше уходить. Ой, дверь-то неправильно. Ой. Здравствуй, сталкер. Здравствуй. Ну, здорово. Какими судьбами на нашу посудину? Да вот. От выброса сныкаться. Да вон. Кардану надо. Я принес тебе инструменты. Для грубой работы. И для тонкой работы. Инструмент. Чем мы все прогрейдим? Че я не могу? Просто технику нужно выпить водки. Да что ты? Что ты такой сразу? Здесь водку будешь? Буду. Что он откажется у нас? У нас технарь никогда не откажется. Ну, чтобы руки не дрожали. Он же раз в сутки ему надо по две бутылки приносить. Это чтобы работа спорилась? Опять правильно шел. Две бутылки. Мы знаем. Что-то все подписает так. Вставки из магнитных пластин. Термозащита плюс 20. На сегодня, наверное, закончим. Состояние здоровья плюс 2. Сместимый вес. О, 10 килограмм. Это вообще хорошо. Это нужна технику, нужны инструменты для калибровки. О, это еще далеко нам. Для калибровки мы не нашли. Да. Темп огня плюс 10. Хорошо. Настильность здесь тоже хорошо. Масса. Точность. Емкость магазина. Такс, отдача минус 20. Тоже хорошо. Надежность. Отлично. Удобность 15. Дача минус 20. Надежность еще. Во. Калибр поменять. Не, калибр я менять не буду. Удобность плюс 10. Точность. Темп. Точность мне лучше. О, у меня сейчас вообще, походу, дела не хватит. Надежность плюс 10. Вот такое, знаешь кто? Денег у вас так много. Возле кордона, сталкер, да. И вояка. Сталкер, солдат. Куда чешет? Масса. Меньше, конечно. Удобность 15. Вот и все. Мне на все хватило. Ну я думаю, что сегодня мы закончим. Подожди. Так, сейчас я все отнесу, то, что мне не нужно. Может, мы развиваемся от лишнего. Знаете, ну, по-моему, сейчас сегодня уже ничего не охота. Никогда. Дать. Ну что, есть что-то новое? Да такого ничего нет. Одни как разбойничали, так и разбойничали. Мне бы вот повысить бы. Ох, было бы хорошо. Но пока никак. Повысить что? Ну что, мне их два теперь уже, что ли? Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ничего, я два уже нашел, точно надо продать тогда один. Один сталкер приходит к профессору и говорит: слышите, а вы мне что, колеса заменили, да? Да что, не поправил, и ему так осторожно. Да почему вы вдруг решили? Давай, давай, не задерживайся. Да ладно. Ну да, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Инсайд 987. С вами был Нев. И Нефтинал. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии. Нажимать на колокольчик, чтобы тоже новое видео. И вступаем в группу контакт ПК-59 и наши 90. Ну и всем пока-пока, до новых встреч. Чао. Let's rock.